Вчера не поехали в лес. Был такой хороший солнечный денек. Сегодня тоже солнце, но вон какие яблоки, огромные такие яблоки. Прямо никому не нужные лежат. Большие-большие. И много. Может быть, немножко потом возьмем на обратном пути. А сегодня здесь машин возле леса. Питком. Все бросились рядовки собирать. Ну, я думаю, мы тоже найдем каких-нибудь рядовок. Наверное, огромная яблоня какая-то. Ого-го, наверное, что столько много яблок попадало вокруг. Какие вон там вон. Вон они, где они там. Вон. В лесу маховики. Не сильно волнуют. А рядовки вот такие крупные. За деревом, кажется, я вижу вроде что-то помельче. Вот такие вымахали. От них толку, думаю, что мало. Да вообще гиганты! Может быть, и толк есть. Сейчас мы их проверим. Ох, какие вы большие, но по 5 рублей. Бедный карцев, да. Какие большие, но по 3. Нет, большие. Но по 5. А маленькие, но по 3. Ой, какие большущие, целый ряд. Пропал без толку, но не пропал. Кольцо, вижу, дальше хорошие, ура! Так, эти я еще разочек сниму, повторюсь. О! Но мы их проверим. Все-таки гиганты бывают тоже хорошими. Вон там за деревом была рядовка, я потом посмотрю. Эти вот по 3. Вот они хорошие. Ой, вот она. Ну, ничего, они хорошо себя чувствуют в морозы. Они растут и в морозы. Вот такие вот, не зря ты сюда пришел. Большие тебе показали, что есть еще и хорошенькие. Вот, смотри, какие. Большие порежь и проверь. О, хорошие. Ну-ка. Да тут вообще поляна. Их тут там-сям, там-сям. Надо их хватать, потому что народу много. Так, смотри, какие хорошие, а. И большие, и вон там поменьше. Ну, на одном месте. Ой, да где же ты? Где же ты, любовь моя? Без тебя скучаю я. Без тебя мне точно не до сна. Не до сна. Вот они какие красивые. Все, а то потеряю. Нет. Они, боже ж ты мой. Как сказала монорама. Боже, этих грибов. Вон они какие. И вон их сколько. Так, чур я первая. Ты режешь уже? Да я тебе резал, они плохие. Ну вот, бегали, бегали, добегались. Нашли рядовки. Только, увы, они не белые и не дымчатые. Белые бывают как дымка, только беленькие. А это не... Это рядовки, конечно, но они ложные. Они очень плохо пахнут. Непонятно. Там еще рядок. Не буду дальше камерой водить. Они маленькие. Вот они какие. Вполне похожи на настоящую. Только запах у них очень плохой. Ну вот, маленькая такая самая. Ну, точно такие самые. Только запах их выдает, что это дерьмо. Несъедобное. Что это несъедобные грибы. А то это королевич. Он крепкий, хороший. Я сразу вижу и чувствую, что он хороший. Не чаревый. Вот такой вот. Пусть только он меня обманет. Я его сразу раздавлю. Ну ладно. Все. Шуточки такие. Надо убираться отсюда, потому что здесь грибников больше, чем грибов. Он меня не обманул. Молодец, красив. Что снаружи, что внутри. Ну все. На этом густой. Ну вон там только дерево. Такое вот какое-то. А здесь вот грибы. А это не хорошие грибы. Это такие. Ложные.
опята. Кирпично-красные. Хотя их и едят, вон там и маленькие еще подрастают. Ладно. Красоту эту надо снять. Вот я один раздобыла. Вот такие они. Но их едят. Много работы с ними. Некоторые люди пытаются их есть. Говорят, засолки неплохие. Но не знаю. Ладно. Все на этом. Это дерево снять. Большое. Все. Здесь мухоморчик такой пристроился. Молоденький, очень красивенький. Вот они еще растут, продолжают украшать лес. Бесцветный, тусклый уже. Красота. Нет, еще желтого много, зеленого еще в лесу много. Все на этом. Пока-пока. Живи пока, живи.